Следующий номер, один из любимейших. В свое время, когда я услышал Майка впервые, он меня потряс. Ванная — это место, где можно остаться совсем одному, сбросить груз забот, растворить их в воде. Дверь заперта, и сюда не войти уже никому. Ты один, ты совершенно один в этой белой пустоте. Ванна — это место, где можно раздеться совсем до нога, вместе со своей улыбкой сбросить страх и честь. И зеркало, твой лучший друг, плюнет тебе в глаза, но вода все простит и примет тебя таким, как ты есть. О боже, как хочется быть кем-то, миллионером, рок-звездой, святым пророком сумасшедшим. Или хотят самим собой, самим собой. О, это сложно, но это возможно. Ванна — это место, где так легко проникнуть в суть вещей, поверить, что ты знаешь, где правда, а где ложь. А самое главное, никто не видит, чем ты занят здесь. То ли режешь вены, то ли просто блюешь. О, ванная комната, пою тебе хвалу за чистоту, за простоту, за мыло и за душ. За все прощения, за воскрешение.